Расскажите, пожалуйста. У меня дочка на киевском рынке, вдоль киевской, торгует киоски мясом. Я принес ей термос. Буквально через 2 минуты начался обстрел. Было 3 трупа лежало. Я сам видел. Перед киоском, здесь тротуар, стояло 2 машины. Вот, они были разрушены, эти машины, что нас спасло с дочерью. Когда я вышел, я посмотрел, я специально посмотрел, как с асфальта торчало 2 ракеты. Направление было полета ракеты со стороны Новоазовска. Со стороны Новоазовска. Я сейчас приведу дочь, если надо, она подтвердит мои слова. Так что наши войска Мариуполь не обстреливали. Это обстреливали российские войска Мариуполь. Тут много. Только на том месте, где мы были, было 3 трупа. По рынку стреляли. Магазин Ева, это детские игрушки. Да, горел. Наверняка снаряд — это прямое попадание. Там наверняка были люди. Так что погибло много людей. Что, военные заходили только что ко мне? Что? Они спросили.